Да. Добрый вечер. Спасибо большое. Всего доброго, ничего страшного. Всего доброго. Вечер добрый, общественное движение СтопХам. Вы стоите на полосе движения. Это незаконная организация, чтобы знали, поняли? Да. Серьезно? Что? Это все незаконно, по телевизору показали. Выключи камеру свою. Что значит незаконно? Камеру выключи. Не надо, не агрессируйте. Все, свободно. Не агрессируйте. Я сказал, свободно. Пожалуйста, перепаркуйтесь. Я перепаркуюсь. Надо. Перепаркуйтесь. Если ты приклеишь эту бумагу, я приклею. Ты будешь на больнице работать, понял? Ничего со мной не будет. Организация незаконная. Почитайте новости, пожалуйста. Я почитаю. Вы не читаете. Читаю, а вам не видно, что вы вообще что-то читаете. Еще раз тебе объясняю. Ваш университет пожалуйста, перепарковывайтесь. До свидания. Вы почитайте последнюю новость. Вот и перепарковывайтесь. Мы же не клеим. Надо читать. Трогать меня не надо. Что вы, понял? Пробуй только приклеить. Там... Вот, билет, смотрите. Я тебя посажу за, понял? Вы ничего не сделаете. Что значит? Понял? Вам лучше не оскорблять меня, так как я вас не оскорблял никак-то. Честно, мне плевать, пусть она не мешает. Уберите свою машину. Никому. Как не мешает? Она вторым рядом стоит. Она никому не мешает, никто не жалуется, кроме тебя. Я не жалуюсь. Ты такой, ты прокурор, что ли? Уберите машину, пожалуйста. Нет, ты просто скажи, ты кто, прокурор? Я гражданин, которому не все равно. Прокурор бы вас за это как надо наказал. Вот и а я инструмент общественного полицейского. Это вам за фанты. Вы заслужили. Ты придурок. Вы заслужили. До свидания. Бери камеру, не сказал. Не, вечер добрый, общественное движение СтопХам, вы просто на полосе движения стоите. Если бы могли, я бы попросил вас перепарковаться, если это возможно, конечно. Возможно, то возможно. Почему нет? Спасибо большое. До свидания, всего хорошего. До свидания. А это что такое? Извините, это тротуар, вы не видите? Надо видеть, чем там люди ходят. Вам вообще не стыдно? Вы адекватный человек? Что? Общественное движение СтопХам. Вы сейчас на тротуар заезжали, чуть людей не задавили. На тротуаре? Ну смотри, вот те парканулись, да? Те? А если те с крыши спрыгнут, вы тоже спрыгнете? Нет, все парканулись. Ты сейчас наклеил на меня. Наклеил? Ты подошел, сказал, не могли бы вы не встать. Я бы не встать? Вы продолжали ехать. Ты мне что-то сказал, я продолжу? Конечно, продолжили, я поэтому наклеил. Люди стоят, ты им не с двух камер это снято, вы что врете-то? Хорошо, давай посмотрим. Давайте как давай угодно, посмотрим. Встаньте, нормально, можем продолжить давай разговор. Так я вам пытался сказать, вы продолжили ехать. А я не слышал, у меня музыка. Не слышали? Но если у вас не хватает чувства собственного я, чтобы не ехать по тротуару, людей не давить, о чем с вами говорить? Просто ну представьте, ну люди ходят, ну как так? Вот я клею, вот, клею. Ну что, конечно клею, это не дело вообще такими вещами заниматься. Нехорошо по отношению к себе, к другим, ну как так? Мы закончим. Вы понимаете, на одного делать скидку тоже не вариант, если все так себя ведут. Так я не клеил сразу. Вы же продолжили задом сдавать, я только поэтому наклеил. И еще вперед потом сдали. Я это вообще не понял, что за суета происходит. Вечер добрый. Видите, что отвлекли вас от просмотра? Как вас смотрели. Серьезно? Да. Такое бывает? Столько смотрели вас. Поддерживаете, надеюсь? Да. Тогда не стойте на полосе движения. Всего вам хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Больше улыбок и позитива. Хорошо. До свидания. Легко прошло, да? Легко? Вот да, всегда так. На самом деле только 1% бывает агрессивный. Все люди адекватные, все понимают. А вот всегда так бывает, улыбка, ребят, мы за вас, подходят, фоткаются. Спасибо вам большое за слова поддержки там, и так далее и тому подобное. А когда делаешь вот так, то она... Я еще вверх ногами приклеил. Ну, отлично. Мы наклейку клеим СтопХама. На тротуаре человек стоит. Вот. А на тротуаре стоять что? Нехорошо. Не более, не менее того. Ну вот эти молодые люди не дают здесь пока.
гаишники. Не-не-не, не гаишники. Хуже гаишники. Да не хуже, ну прекратите. Мы же за людей. Хорошо, за что они штраф платят. Не-не-не, смотрите. У человека машина за 5 миллионов. Плевать он хотел на этот штраф. Он заплатит его и даже не заметит. А вот наклеечку, и себя когда в интернете увидит, как он себя плохо ведет, это уже другой вопрос. Фотограмма интересная, которую можете нас сфотографировать? Я могу все. Фотографировать. Снимаем. Скажите стоп-хам. Да, стоп-хам. Он реально сказал? Хорошо, всего хорошего вам, спасибо. Давайте. Всего доброго. Давайте. Не попадайте в такие ситуации. Давайте. До свидания.